Малышева, 131, корпус 1. Во дворе дома находится вот такой пункт приема вторсырья. Общественники получили обращение от жителей дома, приехали на место, убедились в том, что в этом помещении идет аренда. Арендную площадь занимает индивидуальный предприниматель Антонян, который занимается приемкой вторсырья и лома цветного черного металла. Поговорили, пообщались с самим собственником, разъяснили ему цель нашего визита. К нам поступало обращение. Ну, по той точке вы закрыли. Мы приехали сюда. Здесь, да, как видим, мы площадка вроде оборудована, но вы рассчитались наличным расчетом. Это раз. Во-вторых, у вас отсутствует лицензия на прием металла. У меня есть, знаете, что... На данный момент она у вас отсутствует? Нет, смотрите, у меня что есть. Я понял, что да, я вот это не имел права сделать. У меня есть... В этом же прописывают ИБТ, что имею право. Ну, до, по акведу. До взрывоопасных этих, которые уже взрывоопасных, я не имею права. Холодильники, бытовую технику, это у населения не имею права брать и разбирать. Макулатуру имеем полностью, права это администрация мне настаивала, она мне нафиг не нужна. Угу. Картон, чтобы на мусорке не валялся, поменьше мусора это было. Это все понятно. А вот скажите, кто вам привозит вот эти вот? Эти привезли. Вот видите, там битум. Это он считается... Дорожники привезли. Он же тоже считается вредным. Очень вредным. У меня уже голова от него вот такая, я уже пожалел 100 раз. Вот, но все-таки вы его принимаете. А где у вас уголок потребителя? Какой ИП у вас? Мое ИП. Я понял, что ваше. Дозиметр есть у вас? Вот? А я не беру такие вещи. Я нет, знаю, вы любой, такое, любой металл обязаны проверить дозиметр. Я знаю, что такое этот пивные банки. В основном и тут такой дозиметр. У меня не тот пункт приема, который КАМАЗом и МАМАЗом. Тут в основном кастрюли, не кастрюли. Вам же то, что принесут. И... Держите обратно. Там мы закрыли, регистрировано, налоги оплачиваются, все заплачено, долгов нету. И Гализавайцы, ну и соседи, ну, они просто рады, что мы, ну, то есть вы убираете организовали. Помогаете. Да, дай молоток, дай ломик, дай саморез, пожалуйста, вынесите, там, помогите, то и все. Ну, плюс, магазины, все первые этажи здесь магазины. Весь картон, чтобы на мусор не выкидывали, мы сами забираем и дальше отправляем на утилизацию, ну и с ними рассчитываемся. Направим информацию в полицию для того, чтобы они провели проверку и установили легальность работы данного предприятия.